Наверное, перезагрузить VPN. Ну ладно. Вот эти и так. Ок. Нет, ты перепутал, наверное, этого Камезерга и Блэкмена. Это разные люди. Камезерг, он такой. Он скорее троллит просто. Если в адекватности Джулии у меня иногда есть вопрос, к адекватности, то Камезерг, он такой более нормальный тип. Ну ладно, раз все играют в Гейтс Натурала, значит, я тоже буду играть в Гейтс Натурала, правильно? Я же Эйп Протос. Он сегодня с этого аккаунта играл. А, Джулия играл, что ли, с этого аккаунта? Наверное, они просто договорились так сделать. Решил потроллить. Сразу на новой графике? Не, нельзя. Под санкции попадаешь тогда. Ну, значит, метод Мэн Джулия, наверное, выиграл. Но Джулия вряд ли бы назвал его картошкой. Он бы назвал его, скорее всего, как-нибудь более изощренно. Картошка — это даже, в принципе, типа, хорошо. Я вот люблю картошку, например. Жареную, вареную, пюре. Я бы не обиделся, если бы меня назвали картошкой. А еще крошка-картошка есть, вообще кайф. Санкции к процессам вообще. Причем тут я-то? Аюр в кольце врагов. Уже давно. Поздняя разведка. Ходу. Здесь быстро это. Быстрая ультура. Слишком быстрая. Блин, надо было одного зилта оставить за этим. Еще уехал не туда, ну капец. Камон. You have not enough minerals.
Кто там ползал у меня по ноге? What the fuck? Son of the Colossus!
Engage the enemy.
Crazy Psychopath подписался на премиум. Спасибо, если вы подпишете. Engage the enemy and cost me my life.
GG. Практически. Да не, он просто попросил паузу. Он ничего не написал. Мне все понятно. Написал wait, please. Да я не знаю, чей аккаунт. YSU. Какой-то YSU. А, вот ты где, подлюка. Я думаю, где, блин, мой орбитр? Прикола. Хе-хе. Warriors have engaged the enemy.